горах Кабардино-Балкарии есть заповедный уголок – долина Нарзанов. Легенда рассказывает, Эльбрус, великан из великанов Кавказа, увидел прекрасную девушку по имени Машука и полюбил ее. Но Машука отвергла любовь великого старца, потому что любила благородного витязя Бештау. Великан не простил обиды. Долго длился его поединок с витязем. Бештау разрубил голову старца пополам. Так у Эльбруса появилось две вершины. А старец в гневе разрубил Бештау на 5 частей. Так появилась Пятигория. Горько плакала красавица Машука над любимой. Она плачет до сих пор, слезы ее текут в долину. Эти слезы и есть Нарзан. А поскольку не 100 лет плачет Машука, то и источников в долине стало много. Холодных, теплых, горячих. Нарзан – напиток сказочных богатырей, нартов, нарцана. Нарзан. И долина, и турбаза в ней носят имя богатырской воды. Турбаза расположена на высоте 1300 метров над уровнем моря. Всего в получасе пути от турбазы громоздятся эти скалы-гроты. Говорят, что когда-то здесь жили монахи, находили приют чабаны и табунщики. Но сегодня ни монахов, ни пастухов у гротов уже не встретишь. Лишь многочисленные туристы. Да скалолазы испытывают себя здесь на прочность. Thank you.
необозримых альпийских плато пасутся тучные отары, породистые гурты, но у туристов главная забота – увидеть на этих просторах знаменитых кабардинских скакунов. Путешественники и ученые из многих стран оставили свои воспоминания о кабардинских чудо-конях. Их воспели Пушкин, Лермонтов, Денис Давыдов. Уже конь. Кабардинский лов тавро. Недой, широкий, длинный, с глинцевитой шерстью, пушистым хвостом и нежную, тонкую, породистую гривой холкой. Все это изящно и резко выражено, как бывает только у лошадей самой чистой крови. Эти слова о кабардинской лошади принадлежат великому русскому писателю Льву Николаевичу Толстому. Долина Нарзанов – это прежде всего Эльбрус. Балкарцы называют его Мингитау – тысяча гор, кабардинцы – Хвашхамахо, что значит гора счастья. Горцы из века в век поклонялись Эльбрусу, но никто никогда не смел подумать о том, чтобы взойти на эти вершины. Ведь там жили всесильные боги. В 1829 году на этом самом месте, где расположились туристы, полк казаков и рота солдат Кавказской линии под командованием генерала Эммануэля разбили лагерь. 22 июля того же года проводник, кабардинец Килар Хаширов, повел группу смельчаков на штурм западной вершины Эльбруса. Высоту 4270 метров преодолели трое. На вершину взошел лишь Килар. Он стал первовосходителем на гору счастья.
в память о дне рождения отечественного альпинизма по приказу командующего Кавказским корпусом были отлиты две чугунные доски с надписями. С 40-метровой высоты водопадом низвергается река Кызылсу. Султан называют этот водопад горцы. Внизу, где водопад вновь превращается в реку, из-под земли, из расщелин скал бьют нарзанные источники. Их температура круглый год плюс 22 градуса. Специалисты считают, что с медицинской точки зрения эти нарзаны не имеют аналогов в мире. Здесь бы построить санатории, водолечебницы, нарзановые галереи, но пока это лишь край, доступный немногим туристам и местным горцам. Путешественники и поэты утверждают, что самый неповторимый вид на Эльбрус открывается из Малкинского ущелья, с пика Бермамыт. Не случайно стремились сюда Пушкин, Лев Толстой, Грибоедов. Приезжал полюбоваться Шат-горою и сделать этюдные наброски Лермонтов. Твои слова не
отвечу я. Ведь в твоих словах злость не на меня. Ведь в твоих словах боль прошедших дней. Кто любовь спасет, вставши у дверей? Кто любовь спасет от обидных слов? Долина Нарзана. Если вы, вспоминая, вздохнете по ее синим горам, по альпийским плато, на которых пасутся быстроногие карагезы, по ревущим водопадам и кипящим нарзанам, значит, вы обязательно вернетесь сюда.